Да, я уже начал. Красава. Комментируй. Мы приехали в Silver Lake снова. Мы были здесь летом. Это городок небольшой на озере. Здесь дома просто крутейшие. И цена сколько, ты не помнишь, пацаны? Это больше 500 точно. Ну да, то и, наверное, около миллиона. Дом. Ну, смотря какой, конечно, да, ну такие. Ну вот как вот эти два, точно миллион. Ну это старые дома, которые здесь еще стоят еще с давних времен. А вот здесь вот озеро замерзшее. Правда сейчас. Ну когда здесь лето, здесь очень красиво и в принципе очень классно было бы здесь жить. Потому что напоминает какой-то Майами, да? Mm-hmm. На город. Естественно, лето. Сейчас напоминает село деревьев. Да. Люди даже не прячут мебель. Да. Знакомый Алексея зовут Тайвек. Тубик. Говорили, там на заводе чуваки. Тубик. Наверное, поснимай. Вот, вот классный, вообще класс. Смотри, чуваки такие, как ковбой. Ага. Ковбой, ковбой. Сейчас доедем туда, где куча, ну, магазинчики. Да. Lakeshore Drive. Да, видел. Музыку мы теперь не включаем, потому что уже два видео было заблочено, да, за нарушение авторских прав. Так что теперь вот такие вот тихие, скучные видео. Да. Заразы. Даже радио нельзя включить. Ужас, да и только. Ограничение прав человека. Да. Не приезжайте в Канаду, здесь так вот наказывают. Мы все передумали, здесь плохо. Наказывают людей, которые хотят просто заснять. Я заснял! Я заснял! Это вот набережная, очень красивая, рядом здесь очень много людей ходит сюда. Вот озеро сейчас, здесь сделали каток, небольшой или большой, отсюда непонятно, ну, наверное, большой все-таки. Там вот прямо на машинах лежали, снегоходами, пароходами, пересекают его, на квадроциклах катаются. Здесь вот самое вкусное мороженое в мире. Было. Было. После того, как мы попробовали мороженое в Бауэре. Да. В стаканчиках тоже сильное. Надо про то мороженое заснять видео. Да. Еще здесь продают в одном из... Вот он сейчас будет, бич-бургер. Здесь самые большие бургеры, которые мы только ели. Очень вкусные. Большущие, наверное. Да, огромные вообще, капец. Вот он, бич-бургерс. Классные, очень классные. Ну, а здесь мы не были. Так, куда? Тут прямо или еще поедем? Давай прямее проедем.
Дальше будет нам не полюбившиеся водные горки. Ну. Аквапарк. Тебе понравилось, да, Люк? Ну, ну я все равно стыкву. Стремновато там на этих самых ядерных горках кататься. Я не ездил. Достаточно очень неплохо. А вот смотри, уже достроили два дома практически. Уже ж не было. Да, их не было. С фанеры. Да. Клепают. Это прям... Ага, внутри. Собачьи утки. Ну, теплые, правда же? Да, да. Утепление. Очень интересное здесь здание. Напоминает, как в фильмах в США, там какие-то маленькие такие городки, там где еще шрифт такой строгий. Это мой город. Я буду здесь хранить порядок. Мы видели, да, уже одного шерифа сегодня. Да, наводил порядки. Вот там у людей яхта во дворе. А это хранилище. Я подумал, кого тут во дворе. В принципе, такие дома, что в принципе можно. Да, Марина Бэй, офигенно, да? Все равно там люди живут прям, да? Да, прям. И там дальше уже озеро идет полноценное. Здесь тоже классные дома очень. Здесь не только покупать, но и снимать, в принципе, намного дешевле, чем было бы это в Редире. Здесь новые дома, это новый город. Я не знаю, сколько ему лет, но он, наверное, моложе, чем Редир. И здесь новые постройки, квартиры, дома, когда сдают. В очень хорошем состоянии и с ремонтом, с новым, действительно таким, ну, достойным. Самое любимое, что написано. Ну, едем в Элитное село. Сейчас мы развернемся. Поедем назад. Ну, там какой дом хороший, смотри, каменный. Вообще. С вышкой какой-то. Интересно, что это там. Это чей-то дом или это... Наших депутатов. Да. Это дом, я тебе думаю. Собака бегает, он нападает на машину. Пускай. А давай туда ближе к ним, к этим домам. Сюда? Ну да, да, приедем. Еще нет. Классно. Как видите, заборов нет, хотя дома стоят очень-очень баснословных денег. Ну, да, богатые люди. Богатые люди действительно здесь живут и заборов нет. Вот смотрите, какой, в принципе, и даже для украинских мерок. Смотрите, сколько большой и серьезный дом. Ну, у него есть забор. Да, все-таки решил оградиться. Но это огромный дом. Я не знаю, такой он больше миллиона сто процентов. Где-то полтора будет стоить точно. Это даже здесь большой считается. Так, как видите, в принципе, заборов ни у кого нет. Никто ни от кого не прячется. Классный, классный. А люди зарабатывают здесь вот. Работают на эвакуаторе. Да. Вот и весь секрет. Работай на эвакуаторе, утаскивай машины, продавай. Да. И будет тебе счастье. Да. Вози за собой крест какой-то. Я заканчиваю.